Игорь Власенко из Слободеи получил награду на международном конкурсе лазерных технологий в Польше. Занял 3-е место в категории «Лучевые шоу на одном лазере». В конкурсе участвовали 260 специалистов со всего мира, от России и США до Китая и Японии. Там все строго, нужно, чтобы работа была сделана 100% мной, если, там, снята мной и так далее. То есть, чтобы не было никакого плагиата. До вот этого мероприятия, когда, где награждение приходит, никто работы друг друга не видит. Видят только судьи, но и то, когда отправляют работы судьям на оценку, не подписывается, кто это отправил, что за работа, как она называется и так далее. То есть это такое анонимное шоу. Судьи просто смотрят и выставляют баллы какие-то там, ну, вот так происходит. И потом уже, когда все это они оценят, тогда уже раскрываются карты, кто это был, кому нужно отправить приглашение на церемонию награждения и так далее. Игорь Власенко – методист по технической части в первой школе Слободеи. Уже 10 лет создает световые шедевры. Это его хобби. Он уже побеждал в международных конкурсах в Америке, Германии. У него уже 7 наград. Но это для Игоря особенное. Она для лазерщиков как Оскар для актеров. Для этого конкурса я создал 2 работы. И 3-ю работу я уже отправил, которая уже была готова у меня еще в 2020 году. Ну, я, можно сказать так, до количества туда прибавил и отправил все это дело. Но ставку делал не на это шоу, которое выиграл, а на другие. И, но как-то там судьи по-своему посмотрели это все дело, и им понравилось, видимо, вот это шоу. Оно сделано под музыку. Специально там человек один за границы прислал трек и разделил этот трек на 3 или 4 части. И решил сделать такую коллаборацию лазерщиков. Мне досталась там средняя часть, но ну, она была такая самая сумасшедшая по ритму и там очень насыщенная. Со своим шоу Игорь Власенко выступает на городских праздниках. Сейчас работает над новым представлением. В планах выступить 14 октября в Протягайловке в День села.